Итак, уважаемые господа, это YouTube-канал «Жирный голубь». Вот, хотя он сейчас называется «Квазариум 77», вроде бы. Вот, короче, вырвался я на первую велопоездку. Вот, велосипед привез. Вот, с собой покажу. Вот, смотрите, да, как он обклеен QR-кодами. А то говорят, QR-коды нет, нет вакцинации, нет QR-кодов, короче. А у меня столько этих QR-кодов. Смотрите, это джинтоник круглый, а квадратный — это вот Ягуар, вот такой вот квадрат. Большие вот эти я не уверен, а вот такой квадрат вот небольшой — это Ягуары. Вот, Ягуаров тут, наверное, больше всего, ну, по крайней мере, половина. Джинтоники там — это другое. Вот, выехал я, конечно, рано. Вот смотрите, вот городской вид, кажется, что вот все растаяло, а чуть-чуть вот повернешься, короче, в лес, короче, заезжаешь, и там, короче, зима, скользко, лед, и вообще не пролезешь там, короче. Вот. Чё по велосипеду скажу? Нормально. Чё-то вот тут... Кто-то тут вещи на нем хранил, на моем велике, на вот этой штуке. Чё-то она болт тут вываливается отсюда. Ладно. Это закрепим, это не страшно. А в остальном все в порядке, в общем-то, господа. Все промаслил. Намаслил, вон, еще не распределилось масло по цепи, короче, зашло, короче, но не распределилось еще. Потом распределится чуть попозже. Вот, само, куда надо забьется, откуда не надо уйдет, соответственно. Вот. Так, еще что? Разучился, в общем-то, ездить за это время, что не ездил. Вот как-то держусь, как-то на дороге не уверен, но сейчас более-менее попривык. Вот когда из больницы выписывался, вот, долго там сидел, специализированный, короче, для дураков, да? Вот тогда и то привыкал быстрее, прям в первый день. Поехал тогда и быстрее привык, короче. За одну минуту, короче, привык. А тут что-то отвык от велика за полгода, сколько на него... Не залезал, по-моему, я вообще зимой даже не катался. А в прошлом году вообще перерыва не было, даже, короче, 10 дней в прошлом году. Вот, на велике ты смотришь на мир смотришь по-другому. Не так, как без него. Вот, с ним как-то повеселее, все как-то кажется меньше, все окружающее. И менее, короче, это самое важное. Кажется, все окружающее. Так, в общем, такая ситуация, растаяла. В городе все растаявшее, там ледышки, короче, в лесу только пешком можно ходить. Вот, так что ну его нафиг. А потом будет грязь, все равно в лес не вариант еще где-то. Недели две еще в лес не вариант ездить, это грустно. Я-то думал, я там до пруда доеду, вот, как всегда, не. Это бесполезно. Не буду даже пытаться. Хотя сейчас попытаюсь. Но 3 метра еще проеду и разочаруюсь. Равновесие немножко, господа, не то. Ну, на том все. Такое вот дело и такое вот видео об открытии велосезона. Так, тормоза правильно стоят. А эти вот правильно, а вот это неправильно. Но потом подкорректируем. Хоть такое дело, вот такое вот оно было открытие, господа, велосезона. Да, и надо отметить, там еще одну наклейку сюда положить, отметить. Вот. Открытие велосезона. Блин. Ну, отмечаюсь я с этим велосипедом, уже и так все обклеено. Надо бы поменьше, господа. Все, тушите свет, в общем. Готовьте весла. Вот такая вот ситуация в лесу, господа, смотрите, раз. В первой же луже и затонул. Дальше не поеду, ну его нафиг, по лесу. Не время еще.